Строители Китежа были искусными мастерами. Здесь они сверялись с Атласом. Иона, потяни-ка за цепи. Есть. Невероятно. Наверное, они использовали его, чтобы проектировать город. Типа древние чертежи. Вот именно. Все исходит из этой точки. Значит, центр города находится под озером. Но что-то тут не так. Собор, в котором находился Атлас, он был не на той стороне карты. Поворачивай. Стоп! Вот оно. Китеж не под озером. Он под ледником. Наверное, святой источник там. И как нам пробиться сквозь лед? Погоди. Этот путь, он ведет в город. Собор находится там, а башня на другой стороне. Это значит, что вход в Китеж должен быть здесь. Вход в Китеж находится здесь. Ты знал. Надо поспешить. Троица скоро поймет, где находится источник. Но не надо спасти Иону. Даже ценой истины, ради которой ты пришла сюда? Он рисковал жизнью, придя сюда со мной. Я чуть было его не потеряла. Хватит. Тогда иди. Делай, что должно. Если Иона еще жив, то его наверняка держат в бывшем советском лагере. Как бы мне ни претила сама мысль туда возвращаться, я не могу оставить его на растерзании Троицы. Иона, держись. Софья, ты там? Лара, ты цела? Да, я возле старого медиплавильного завода, что над лагерем.
пойду за Ионой. Я знаю это место. Там неподалеку мы устроили тайник с оружием, когда впервые атаковали Троицу. Оружие тебе пригодится. Спасибо, Софья. Увидимся, когда я выберусь.